Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». За год сахар в России подорожал почти на 70%. При этом только за январь 2015 года стоимость сахара поднялась более чем на 19%. Такие данные приводят Минэкономразвития. В ведомстве пояснили, что сахар дорожает из-за снижения сбора свеклы. Что касается роста цен на непродовольственные товары в России, то в январе 2015 года они установили 15-летний рекорд. Стоимость выросла более чем на 11% в годовом исчислении. В ведомстве объяснили это сильной зависимостью непродовольственных цен от импорта. Министр труда и социальной политики Максим Топилин сообщил о плановой индексации социальных пенсий на 10,3% с 1 апреля 2015 года. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения свыше 3 миллионов 700 тысяч пенсионеров, из которых свыше 3 миллионов человек – получатели социальных пенсий. В результате средний размер социальной пенсии увеличится на 777 рублей и составит 8311 рублей. С конца марта для российских туристов могут быть введены специальные цены в Турции. Среди предложений – сумма субсидий в размере 6 тысяч долларов на каждый российский самолет. Эта сумма составляет примерно 45% стоимости чартерного рейса. Введение правительством Турции субсидий на чартерные авиарейсы, которые формируют российские туроператоры, позволит некоторым участникам рынка избежать банкротства. Вопрос с введением спеццен для российских туристов пока находится в проработке и будет решен с 10 по 20 марта. Кстати, в битву за туриста могут вступить также Греция, Италия и Чехия. На сегодня это все. Хороших выходных.